В ведомстве Юрия Дудки около 30 километров пути, 4 переезда и 56 стрелочных переводов. Ежедневно его бригада следит за техническим состоянием железнодорожной инфраструктуры. Много хищения происходит, много воруется с пути верхнего строения. В основном раз в неделю выявляется хищение в Донецкой дистанции пути. Они фиксируются и направляются в данный линейный отдел. С железнодорожных путей крадут болты, гайки, крепления и целые рельсы. Из-за этого уже происходили трагедии. Так, несколько лет назад поезд сошел с колеи. Погибли несколько человек. Чтобы не допустить трагедии в будущем, железнодорожники требуют ужесточить наказание за воровство. Официальное письмо уже отправили в Укрзалезницу. В этом обращении указывается, что кроме безопасности, которую в первую очередь обеспечивают и обязаны обеспечивать железнодорожники, имеет место нанесение серьезного материального ущерба. За прошедшие полгода у нас похищено в целом на 1 250 000 деталей верхнего строения пути, а если с учетом восстановления, то эта цифра увеличивается в 3,5 раза. За первое полугодие на Донецкой железной дороге зафиксировано 270 случаев хищения деталей полотна. На данный момент за это предусмотрен штраф от 170 до 510 гривен. В настоящее время хищение, будем говорить, какой-то отдельно взятой детали пути, которая может привести к катастрофе, может трактоваться как мелкое хищение ввиду малой стоимости похищенного. А мы предлагаем вот эти вот преступления и правонарушения все же квалифицировать как действия и преступления диверсионного либо террористического характера. С ужесточением, естественно, и ответственностью. Донецкие железнодорожники надеются, что их инициативу поддержат коллеги со всей Украины. Дарья Захарова, Александр Пугачев, «Панорама».